пчелы. Это, мне кажется, все, кто есть. Между собой участников рынка, тем самым поспособствовать тому, чтобы появились новые проекты, партнерства и вообще, в принципе, чтобы все понимали, кто на этом рынке работает и чем он занимается. Это будет не спич, который вы все будете слушать, это будет скорее дискуссия. Как-то туда заходить. Нужно перестать говорить, что я собираю 3D-принтеры, я там делаю ну, что-то такое. Ну, понятно, мы здесь бизнес, мы можем об этом говорить, но пользователям нужно говорить о том, что я могу с ним сделать, да? Как я могу решить свою задачу, какой мой опыт. Мой опыт, у меня там поломалась ручка где-то конкретная в квартире, да, мне нужна эта ручка. Я не могу ее купить просто так на базаре, ее нету, если это еще не какая-то стандартная ручка. Нужно пушить рынок, чтобы он развивался, чтобы его стало больше. И вот, как Павел сказал, изначально первое, то, что нужно сказать, маленький.